Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я вам расскажу о том, как добавить игру Epic Games Store, если ее там нет. То есть вы переустановили, допустим, Windows или по каким-то другим причинам удалили эту программу, но у вас есть файлы игры, а не знаете, как их добавить туда. Я вам сейчас покажу. Для этого открываем папку с игрой. Я уже вот открыл. У меня находится на диске F. Папке Epic Games. Перемещаем игры, которые у вас есть уже на компьютере, в новую папку. Создаем папку специально для этого. Перемещаем их туда. Потом идем в лаунчер Epic Games. Нажимаем на игру, которую мы хотим установить. Например, это будет Fortnite. Он у нас попросит путь, куда устанавливать. Нам нужно указать его. Указаем корневой каталог. То есть это у нас локальный этот компьютер, диск F. И у меня в данном случае Epic Games. Я выбираю и нажимаю установить. И теперь ждем, когда программа установит нам игру не полностью. На этого нужно подождать 2 или 3%. Потом нажимаем на отменить установку. И дальше сейчас я вам покажу, что делать. Заходим в настройки игры в лаунчере. Отменяем загрузку. Идем обратно в папку, где лежат наши игры. Заходим в Epic Games. Вот видите, у нас появилась папка Fortnite. Мы заходим в папку Fortnite. Видим, у нас здесь есть уже одна папочка. Заходим в новую папку. Заходим в папку Fortnite, берем, копируем вот эти все файлы через Ctrl-C. Заходим в папку с игрой, которая у нас устанавливается. И копируем их сюда через Ctrl-V. Папка, которая у нас повторяется, мы заменяем. Все файлы у нас скопировались. Здесь пока ничего не удаляем. Идем обратно в лаунчер, нажимаем «Продолжить установку», и, как видим, игра начинает у нас проверяться в лаунчере. Дожидаемся до конца этой проверки. Далее у нас начинается как бы повторная установка, но не пугайтесь, это у нас не повторная установка, это у нас даже загружаются файлы, которые необходимы игре. Дальше вот видим, файлы у нас уже установились, и заходим, обязательно проверяем, установилась ли игра. И как мы видим, все работает. Ну а дальше мы идем обратно в папку новую, там где у нас лежит игра. Вот эту, которую мы скопировали, просто удаляем. И у нас остается установленная игра. И вот так вот легко и просто, в общем-то, все это проделать. Так что всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Обязательно ставьте лайк, если вам не сложно. И хотя бы любой смайлик благодарности в комментариях. Буду очень вам признательным. Спасибо. До свидания.